18 ульяновских некоммерческих организаций получат 19 миллионов рублей из фонда президентских грантов. Итоги второго этапа федерального конкурса подвели на пленарном заседании фестиваля местных сообществ. Что касается региональных средств, то сумма на реализацию проектов некоммерческих структур также приличная. В этом году для конкурса грантов из областного бюджета выделили 12 миллионов, где максимальный размер субсидий составил 600 тысяч рублей. Победу одержали 35 НКО. Аналогичные суммы из региональной казны общественников планируют поддержать и в следующем году. К слову, за последние 3 года грантовая помощь некоммерческому сектору Ульяновской области выросла в 7 раз. За последние десятилетия коренным образом поменялась вообще сама структура, подход к некоммерческим организациям. Ну, в частности, например, появилось множество грантов, которых раньше просто не было, они были недоступны. Затем некоммерческие организации, у них появилась возможность участвовать, доступ в социальных проектах к бюджету. Фестиваль местных сообществ стал заключительным событием декады НКО. Пленарному заседанию в тот день предшествовали дискуссионные площадки. Одну из них посвятили теме добровольчества. Ульяновские активисты придумали совместный социальный проект и приняли участие в интерактивной игре, где искали ответ на вопрос, что мотивирует людей вступать в ряды добровольцев. Мотивирует именно как раз это новые связи, контакты, обучение. Также говорили, что альтруизм, просто желание помогать. Говорили о том, что интересно участвовать в различных мероприятиях. И, как ни удивительно, было сказано об одиночестве, что люди занимаются добровольчеством, потому что они одиноки и хотят найти друзей. В соседнем зале активисты разбирали актуальные проблемы в сфере здравоохранения, образования, спорта, культуры и соцзащиты. Ранжировали их по степени важности и зоне ответственности. Например, там касалось вопросов и коррупции в образовании, да, и включение пожилых людей, например, в социальную активность, чтобы они не оставались изолированными от общества. Да, и про городское пространство это касалось, конечно, освещений, дорог, тротуаров, обрезки деревьев. Сегодня в регионе официально зарегистрировано 1684 общественные организации, на 80 НКО больше, чем было в прошлом году. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.